Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Сегодня я здесь встречаюсь с моей любимой Евгенией Высоцкой Женечкой и с Валерией Архиповым, директором этого замечательного места. Сегодня 12 июня, праздник, и я опять на блошином рынке, сделанном в СССР. В прошлый раз я была на майские праздники. Сейчас вот на эти, но как-то уже стало знаменательно, да? Мгновение, и мы с вами оказались в чудной комнате, интерьер которой отсылает нас во времена СССР. На стене над письменным столом висит ковер с тремя богатырями. Стол накрыт к празднику. На столе шампанское, столичное, армянский коньяк 5 звездочек, красное вино. В углу электрический самовар и чайный сервиз, а на тумбочке стоит первый телевизор. На полу ковер, а вот на буфете желтые астры в хрустальной вазе. И посмотрите, за этажеркой гитара, а рядом гармонь. Ну, посмотрите, три охотника на привале. Ковер знакомый с детства еще. Вот посмотрите, коврик Ганс и Гретель. Пряничный домик. Посмотрите, пряничный домик. Из темного леса вышли. Белочка сидит. Ковер из сказки. Полифон, да? Да. Здесь проигрыватель с дырочками. Вот бы интересно послушать. Он же, может быть, и работает. Нет. Да, чего здесь только нету. Что мне подарила Женя? Состояние идеальное, между новый, прочим. Новый, да, он не пользованный. Прям, да, витринное хранение. 61-й год. Ну, посмотрите. Решила, что ничего не буду этих годов покупать Белёва, но видите как. Потому что, думаю, обойдусь. Да, красота. Спасибо, моя дорогая. С днем рождения, наша дорогая Мария. Спасибо, Женечка. Вот как здесь хорошо можно прийти, если у вас что-то, можно даже посидеть, отпраздновать. Смотрите, все по 200. Огромные столы. Вот здесь неудобно, что рассматривать тяжело. Жалуются из ГДР, из Германии, когда они там делают, что некуда ставить. Из коробок они вынимают и перекладывают. Но вот здесь то же самое могу сказать, потому что все забито. Я нашла свои тарелочки, которые мне нужны. Вы увидите, я их купила уже, отложила. Так. А как нести куда? Красивые тарелки, калла. Шиповник. Вот посмотрите, зайчики. Охота, наверное, здесь звери. А вот посмотрите, что я здесь вижу. Какая красота. Боже мой, какая красота. Стекло цветное.
Посмотрите, какой чайник. Ну, не красота ли? Ну, не красота ли? Ой. А вот, посмотрите. Так, это кто у нас? 10 тысяч стоит все это вместе. Розеточки, тарелочки. Целый набор. Друзья, это Зик, мой любимый. Но продают только набором. Ой, какая красота. Так, и кто это у нас в тарелке? Чехословакия. Кобальт. Смотрите, какие блюдечки интересные. Хрусталя много. Посмотрите, сколько мыла. Аида. Роза. Балет. Салют. А вот смотрите, какой чайник. Всего 200 рублей. А к нему, мне кажется, вот эти вот чашки. Это что у нас? Вот. Полки по 200 рублей. Вот посмотрите. Они как раз сюда поле. Вот я вот здесь один поставил, и вот там один. Уже здесь все ярко. Вот. Ну, такой был. Вот это вот красавица сахарница. Ну просто красавица. Нет, зачем я буду лепить сюда, когда я обратно искал. Просто красавица. А вот чашки. Ну, я не за этим вас сюда повела, я хочу вам показать тарелки. Вот эти синие тарелки, которые сейчас очень модны. Они всего 200 рублей. Пусть не гжель, но тарелки. А это, кстати, ведь ручная роспись. А вот какие. Вот думаю я взять не вот эти маленькие три штучки. В общем, не знаю, пока думаю.
Не спешу. Ну, вот эти вот. Оранжевые. Ну, горшочки, как всегда. Здесь у нас раковина. Смотрите, какие чашки. А вот на этих полках мы видим английский знаменитый сервиз с видами Шотландии в окружении венка из цветов, в котором явно можно разглядеть чертополох, входящий в герб Шотландии, символ стойкости, сопротивляемости. Сервиз выполнен в моих любимых бело-голубых, бело-синих тонах. Но мы видели масленку, соусник, тарелки. Очень красивый, знаменитый сервиз. Чуть ниже на полке мы видим нежный чайный сервиз, выполненный в фербилках с ручной росписью, голубые и розовые цветы. Стоит он 5000. Очень хотелось показать мне вам еще и вот этот замечательный огромный дубовый буфет. Посмотрите, какая здесь изумительная ручная резьба. Очень красивая. Вообще, конечно, красота. Он очень-очень старый и очень-очень красивый. Не правда ли? И, конечно, здесь представлены книги. Их меньше, чем было на Кристалле, но я думаю, что скоро будет вот очень такая хорошая библиотека. Семён Гордый, Пётр II, Вещи Олег. Самокатные 4. Да. Поэтому вы там делились своими впечатлениями во всем. Очень да. радостно. Да. Я это, как говорится, стояв рядом, слушал внимательно. И ваши, когда Инстаграм еще работал, все ваши вот эти вот публикации. В Инстаграме мне не было. YouTube. Ну, в Ютубе или как там их назвать? Я далек от этих вещей умных. Там появлялись, когда вы там снимали вот такие вещи, такие. Спасибо там. Большое. Как приятно, поэтому как приятно. Я как знаю, приятно. Кто что это. Ну, Валерий. Не даст трендить, у меня дорогие память. Мои друзья, я с вами прощаюсь, а свои покупки я вам покажу в следующий раз. Вам желаю всего самого хорошего, удачи, чтобы это время летнее было для вас замечательным. Буду молиться за вас. Спасибо, что были со мной. До встречи, мои дорогие.